Активисты волонтерского центра «Единой России» провели благотворительную акцию «Эстафета добрых дел» в рамках партийных проектов «Старшее поколение. Крепкая семья». Партийцы передали 15 продуктовых наборов пожилым жителям Больших Везем. Эта работа проводится в связи с введением ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Волонтерский центр «Единой России» возобновил свою работу и готов оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Заявки принимаются по телефону в будние дни.